В обычной квартире встречает рассвет Сергей Юрьевич Беляков, который очень любит разговаривать с телевизором. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Это у вас там в Москве доброе утро. Хоть раз, дуров, в Таганроге у нас просыпалась. Ё-моё. Гобман. Спасибо, Евгений. С утра такую фамилию услышишь, весь день не надо, не заладится. Акции у них. Мне бы носки найти. Акции. А, о! Мой. Продолжает свое падение американский доллар. Сегодня американская валюта упала по отношению к российскому рублю еще на 2 пункта. По прогнозам специалистов, такая тенденция может продолжиться вплоть до зимы 2008 года. Храните ваши. Где второй носок? Спасибо. С вами был Павел Гупман. Вера! Спасибо, Павел. Опять ушла, наверное, уже. Наталья, борщи свои варить ушла. Килограмм мяса на 200 литров воды. Варит она, наваривает. Дениска, хватит там сидеть в туалете уже. Высокие горы, густые леса, горные платы, покрытые льдом. Фу. Но самое главное достоинство Куршевеля. Вонище какая. Какое внимание. Кошмар, вот он. Детям. Кошмар, говорю. 13 лет парню срет, как дедушка. Опытные инструкторы могут преподать вашему ребенку. Отдыхают они. Оберегай его. Куршевелих отдыхает. Да если бы не мы, Наталья Семенова, рабочие люди, мы хрен бы вы там вообще жили бы, отдыхали. На нас все держится, на рабочем классе, понятно? С утра до вечера вот этими вот руками куем вам отдых. Сволочи, лишь бы отдыхать только им всем. Все, на работу пора, иначе без меня вся работа остановится в городе. Фу. Протереть. О, рабочий класс. Рабочий класс вкалывает.